Здравствуйте. Доброе утро. Дом-музей Чайковского продолжает посвящать студенты. На этот раз к нам пожаловало сразу 6 учебных заведений. Сегодня около 300 первокурсников с различных областных музыкальных колледжей и училищ официально станут студентами. Началось это почти 25 лет назад, и зачинателями были студенты Мерзляковского училища. Потом, так лет через 10-15, подсоединились колледжи искусств Московской области. Ну, раза два-три прошли такие посвящения, очень торжественные, очень красивые, с фейерверком. Потом какое-то было затишье, но вот уже второй год они у нас опять приезжают. Это со всей области, колледжи искусств всей Московской области. Вот сегодня, например, из 6 городов. Посвящение студента идет по намеченному сценарию. Сначала по плану экскурсия. Сейчас мы узнаем, к какой группе мы присоединимся. Мы присоединяемся к группе Московского областного колледжа искусств. Когда зашли в этот музей Чайковского, мы окунулись просто в волшебную какую-то атмосферу музыки. Потому что мы узнали, где вот этот великий композитор писал свои прекрасные произведения, которые мы реально сейчас слушаем, получаем такое удовольствие. Ну, я первый раз, экскурсия действительно замечательная. Мне очень запомнился факт из биографии, что он был очень эрудированным, знал 6 языков, 2 из них он знал в совершенстве немецкий, французский. Действительно, атмосфера погружает тебя в те времена. Действительно, мне понравилось. Еще поразило то, что самому роялю более 129 лет. И сам дом был еще меньше, чем сейчас. Когда слушаешь экскурсовода, который рассказывает про Петра Ильича Чайковского, сразу, конечно, просыпается фантазия, и сразу думаешь, что через 100 лет и по твоей комнате когда-то будет ходить экскурсия, и экскурсовод заходит в твою комнату и говорит: а вот здесь жил и работал Артем Синяков, и его незаправленная кровать. А после экскурсии первокурсников ждет торжественная часть. Это клятва и концерт. А еще им вручат символический студенческий билет. Посвятить свою жизнь служению родному Подмосковью. Клянемся! Клянемся! Не сворачивать с творческого пути, как бы тернист в искусстве он не был. Клянемся! Клянемся! Отдавать все силы повышению профессионального исполнительского мастерства. Клянемся! Клянемся! Музей как бы вот переживает, наверное, второе рождение, когда его уже используют не только как что-то мертвое, такое застывшее, а именно как живой организм, который участвует вот в нашей современной жизни. Мы от проекта «Мой Клин.ру» хотим поздравить первокурсников, ставших сегодня студентами, с этим праздником, пожелать им творческих успехов, а также почаще возвращаться к нам в город. С вами были Артем Синяков и Михаил Рачков. Программа «Мой Клин».